раскатывали их просто в блин. Силы противника на горизонте. В ровный притом. Так, у нас на как кто-то уже топчется. Да? И на С тоже. Кто у нас там по скорости? Элбинг. И нет, меня, там... меня блокируют тоже, блядь, нашу точку. Там Эльбинга не будет. Не будет? А, меня... Да, он на С уже. Кто-то хитро... Блин. На Б приехал тоже. А, рано использовал РЛС. А, да и он меня просто светанул, вот он. Огневой это. То все равно по нему никто стрелять не может, вообще никто. Ну да. Или на линкорах. А все, он ушел. О, Шим по мне стреляет. Больно. А. Нет, он не один здесь, слушай, он, потому что мне еще кто-то светит из них. Смещайся за острова, пожалуйста, вот сюда, к нашей основной группе. Ухожу. Вот тебя заодно прикрыли. А, отлично. Там на Б нормально или все плохо? Ее блокируют, да нет. А так все ничего. Торпедами откидывай и уходи. Ё-моё, блядь, какое счастье-то приползло. Владивосток, ты прикинь. Но мы тогда знаем, что там нету эсминцев, там только Владик. Блядь, не особо. А как он тогда блокирует, как он тогда? Ну, он как-то быстро дошел. А, Элбин блокировал. А, он потом уехал. Да, вот он, фу, господи, тут смешнее, блядь, оказалось, ребята. Надо выручать. Пик пришел. Сейчас возможно, успею. Порадуем. Попал. Я тоже по нему отстрелялся, но правда ББХ. Неважно. Еще раз попало. Саныч, сможешь уйти? Попробую, а мне что делать? Правда, он в тумане, но риски-то у нас нету, да, как я понимаю? Мне кажется, да, я ее может. Отдал. Отдал. Блядь, меня здесь вот разбирает еще этот черт. Я разворачиваюсь, буду, наверное, его атаковать потом. А, все, я уже никого не буду атаковать. Потому что меня сейчас прикончат, скорее всего. Ну, по возможности, на смещайся. Я на ответ пошел. Мне 40 секунд надо прожить, чтобы хилочку прожать. Костя, ты под Шакишиму вылезаешь. Да-да-да, я разворачиваюсь. Мы, в принципе, кажется, уже продавливаем до конца. Можете на Б потихонечку переходить. РЛС-ка откатилась. Пока не надо. Да, нет смысла. Торпеды по правому борту. Кто-то что-то оторвал. Вон. На Б переходите, Владик, бейте. Блин, опять он меня светит. А, это, блин, Владик, ё-моё. Что-то он прям ломится. Камикадзе. Ну, отлично. Значит, быстро умрет. Придется его убить. Все-таки это он меня светит слишком. Ты его ББХами не пробьешь? Я попробую. Ну, в нос, если что, попробую. Ой. Блин. Он вперед, если пойдет, ему капец. Мне кажется, его торпеды сбирают. Да. Но он на меня просто не реагирует, это хорошо. Он на меня реагирует. Так, ладно. Б забирайте, да. Да берем, но тут Корнилов сучий бодро, блядь, смотри, что делает. Не пойдет, ребята. Чуть-чуть не получилось. О, не добрали мы чуть-чуть кида. Костя, ты можешь по киду отстреляться? Нет, он по острову был. А, он сдох. Но он сдох только что. Ему. Это хорошо. Ой-ой-ой-ой, я застрял. Огневого бы еще забрать. Кого? Огневого бы еще забрать. А он убежал куда-нибудь. Да, кстати. Да, да, да. Он та ушел. Я отхилюсь.
и смогу что-то делать. Сука, опять светит. Это тебе самолет светит? Да. Сейчас перестанет светить. Сейчас я подползу. Да не надо, не надо, я их снес, эти самолеты. Блин, опять. Где-то эсминец все-таки шарухается. Сейчас Кагера бы посадил Корнилова на торпеды, вообще бы хорошо было. Ты что показывал, я не понял. Это я Авику. Я прошу, чтобы он дымовым поставил. Отлично, его заминировали, это вообще прекрасно. Включит. Нет, слушай, так, ну где-то этот эсминец спасется все-таки. Мы сможем по авику отстреляться? Наверное, нет. Не я, никто. Подожди, я попробую. Да, я хорошо, точно, я тоже по нему стреляю. Это, куда-то в гущу скинуться на Севастополь, там Дергрос и так далее, и так далее. Попал. Но надо авика продавить. Побить его. Блин, сейчас. Я чуть-чуть торпедников прислал. Ох, ё-моё, как я открылся. Я про Шиму не забыл, блин. Шакишима. Одну все-таки вот, ну как минимум ловлю. Ах, блин. Слушай, Корнилов что, так хорошо может выбивать под цитадели? Как выяснилось. Опаньки, вот он ты пришел, козлина, блядь. Мне кажется, все линкоры могут выбивать цитадели. Да нет, он же вроде бы мягенький. В смысле, у него меньше калибр, чем у другой ветки. Но он где прям так. Чулочку. Да. Так, что-то пока грустно. Да, не очень хорошо. Огневой появился не вовремя. Жалко, авик не забрали. Без него было бы проще. Сейчас Кагери Кирдец придет. Зря он сюда пришел. Так он еще не попал. Как мне развернуться? Получше. Нету, Кагеры нету. Так, блин. Если иду носом к Корнилову, открываю борт Шакишиме, иду. Пробуй Корнилова. Пробую. Неплохо получилось. А, все наказывают, все наказывают. Сейчас кончится Корнилов на минном поле. Да, мы в целом проиграли. Да, мы в целом проиграли, но он остановился под лезвием. А в следующий день или досматриваем? Ну, если ты стрим не записываешь, наверное, ничего нигде не идем.